Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Game Show TV. И мы сейчас поиграем с вами в игру «Кот против зомби-мышей». Давайте перейдем с вами на первый уровень. У нас тут история. Ах, нет, у нас уже первый уровень. Пошла атака. Давай-ка, котик, будем с тобой стрелять этих вредных мышек. Где ж те мышки? Что-то не видно. Вот они бегут. Ого, какие вредные мыши. А у них тут дубинки даже есть. Ай-яй-яй, наш котик пострадал. Да, непросто нам тут будет. Ой, непросто. Понравится эта игра? Ставьте лайки и пишите в комментариях. Так, давайте, мышки. Котик, о, как ловко. Так, что там, собираем припасы. Ну, мыши со всех сторон нас атакуют. Давайте, давайте, мышки. Кто следующий? Что-то будет бесконечный, уже первый уровень. А мышей у нас тут уже бесконечность целая. Так, перейдем на следующий уровень. И мы уже на втором уровне. Давайте-ка. Ох, мыши тут уже пошустрее будут. Гляньте, какие они шустрые. Ребята, кто играл, напишите в комментариях в эту игру. Сколько вам получалось убивать мышей или нет? Давай, 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 давай. Все, следующая мышка. Ух ты! Так, идите, идите сюда, давай! Так, ну да ё-моё, мы немножко пострадали. Отнимают они у нас жизни? Еще прыгать умудряются? Ох, какие эти зомби-мыши! Давай, давай, иди сюда, у меня такой пистолетик классный! Нападайте, ну сейчас я вам устрою. Давай, давай. Атакуйте! Сейчас я вас всех тут поперестреляю. Кто-то у нас ружье нельзя выбрать. Другое. Какое-нибудь помощнее, чтобы как пальнуть по ним. Все. Этот уровень у нас окончен. Переходим на следующий. Наш котик пока отдыхает. Заряжается, набирается сил. А мы тем временем... Так, оружие у нас тут... Пока ничегошеньки у нас тут путевенького нету. Поэтому пойдемте играть дальше. И у нас тут уже какое-то предупреждение. Да, мне кажется, нам тут не просто уже будет с пистолетиком бегать. Ого, мыши-то еще и прыгать тут умеют. Караул какой-то. Да сколько ж вас, вот это да. Нашему коту никаких обновлений нету. А мышам тут вообще шустрые какие-то стали. Уже мелкие пошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, я тебя боюсь. Иди отсюда прочь. Какой ты мелкий, страшный. Еще какой-то зомби тут невидимый. Ой-ой-ой, ребята, караул. Что-то вы тут... Да что же у вас такие вредные? Сейчас всех поперестреляю. Вот это вы тут так атакуете. Ай-яй-яй, боюсь. Ну-ка, пошли отсюда. Не видать вам больше сыра. Так, а вы откуда напали-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка, котик, давай-ка, не подведи. Давай-давай, всех сейчас перестреляем. Какие противные эти мыши. У всех топоры. Ой. Так, давай-давай, котик, давай-давай. Давай вот эту мышку. Ух, сейчас бы тебе мостик бы сломать, чтобы ты уплыла в канализацию. Все, готово, мышка. И мы уже с вами третий уровень прошли. Вот это мы с вами герои. Давайте с вами перейдем на четвертый уровень и посмотрим, что там у нас будет за битва. Да, битва сейчас должна быть серьезная. Ого-го. Ну что ты, ребята, вы так это напали? Так, котик, давай соберись, ты один, ты сможешь. Тут еще этот... С оружием каким-то толстенький, непробиваемый. Да что ж вы такие-то? Давай, давай, котик, ты сможешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай-ка, давай-ка. Не успеваем мы их убивать, как новые приходят. Что вы зажимали меня в угол? Ай-яй-яй, нам было только что конец. Но ничего, жизни у нас еще есть. Пытаемся, пытаемся. Пробираемся.
Ох, все, мы убили босса. И он теперь скелетом за нами бегает. С ним не дело не закончено. У него уже вторая жизнь появилась. Даже не вторая, а третья получается. Во второй жизни он был зомби. Ребята, остановитесь. Давай. Ох ты, скелетик. Сейчас я до тебя доберусь. Сейчас вот этих вот прибью. И ты, скелетик, следующий. И новые появляются. И у нас уже доступны ботинки. Нам снова конец. Ах, вы вредные мыши. Сейчас я с вами разберусь. Хотя какие вы мыши, вы зомби. Все, вам конец. Ну что, кто следующий, все. Больше не нападайте на кота. Сейчас наш котик отдохнет, и мы снова с ним пойдем в бой. Так что, ребята, чтобы быстрее наш котик отдохнул, зарядился, давайте наберем ему как много больше лайков. Выбирайте, что будете смотреть дальше. Не забывайте подписываться на мой канал KissGame Show TV.